Сила Единого Кольца подчинила себе Фродо. Он объявил кольцо своим, и Средиземье содрогнулось. Темный Властелин надеется, что сумеет вернуть себе телесный облик. Но для того, чтобы снова явиться в Средиземье в своем прежнем обличье, ему нужно Единое Кольцо. За это он готов заплатить любой ценой. По велению темного властелина, Назгулы устремились к Роковой горе. У них единая цель — убить Фродо, захватить кольцо и возвратить его Саурону. Нашлись орки, которые решили прибрать к рукам Великое Кольцо. Они подняли мятеж и выступили к Ородруину. Однако Назгулы не потерпят помехи. Ничто не задержит их пути. Любой, кто заступит им дорогу, погибнет. Верные мятели захватили маску короля-чародея и спрятали ее в темнице. Мы должны вернуть ее. Убейте любого, кто посмеет заступить нам путь. А этой дороги у нас нет союзников. Чародея у нас. Теперь повелитель сможет призвать его вновь. Несите маску в кузню. Мне нужна маска короля чародея. Быстрее, что вы копаетесь? И доставил эту вещь нам. Что ж, повелитель будет доволен. Убейте их. Для обряда нужна кровь. Для нашей магии нам нужна кровь. Чтобы обряд совершился, нам нужно больше крови. Они не хотели покориться! Они заслужили смерть! Зачем жить?
руки Саурона. Отставший ждет участь хуже смерти. Убейте любого, кто посмеет заступить нам путь. А этой дороги у нас нет союзника. Перед нами путь Саурона. Скорее, вперед! Мы должны разыскать кольцо повелителя. Наши люди Саурон. Кольцо здесь, совсем рядом. Я чую его. Кольцо мое! Только мое! Сбрось! Жалкая остановит! Эта драгоценность должна стать нашей! Кольцо власти у нас! Отныне Средиземьем будет править повелитель Саурон! Слуги темного властелина исполнили его приказ. Любой ценой вернуть ему единое кольцо. Свободные народы Средиземья чувствуют, что времена меняются. Они должны отступить и приготовиться к защите своих земель. Саурон побеждает. Мало кто пережил эту войну и смеет противостоять властелину. Однако гордость темного властелина уязвлена недавними победами Гондора. Он намерен взять реванш. Обретя в полной мере прежнюю силу, Саурон отныне способен воскрешать мертвых. Он вновь призывает к жизни павших героев, дабы те сражались и убивали во имя его.